Друзья, в продажу поступит Lada X-Ray 2016 года на бензиновом моторе 1.6 мощностью 106 лошадиных сил на механической коробке передач на переднем приводе. Автомобиль в хорошем техническом состоянии, комплектации. У автомобиля родной пробег, один владелец по ПТС в родном окрасе. У автомобиля стоит хорошая зимняя резина на шипах. Повторители на зеркалах. В салоне автомобиля аккуратный тканевый салон. В автомобиле имеется мультируль. Стоит штатная аудиосистема. Регулировка печки отопителя. Обогрев заднего стекла. Также в автомобиле стоит два электростеклоподъемника водительской и пассажирской двери. Для задних пассажиров стеклоподъемники ручные,